В Иркутске сегодня тушили пожар в машиностроительном техникуме. Возгорание произошло в подвальном помещении. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. Из здания вывели 120 учащихся и 30 человек персонала. Пострадавших нет. В борьбе с огнем были заняты 54 человека и 14 единиц техники. Причины ЧП выясняют. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро, держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21:00 на канале «Россия».